В Елабужском институте КФУ подвели итоги недели иностранных языков. Череда мероприятий завершилась зажигательным концертом с участием гостей вуза, школьников, студентов и преподавателей. В рамках концерта состоялось награждение участников конкурса переводчиков, организованного кафедрой немецкого языка. Заслуженный диплом получили и победители международного конкурса переводов Лев Николаевич Толстой, писатель, мыслитель, педагог. На нашем факультете иностранных языков все больше языков. Теперь уже их три – английский, немецкий и китайский. Мы постарались все их представить на этом концерте. Прошло очень много мероприятий в рамках этой недели, было много конкурсов. Желаем и факультету, и нашему вузу дальнейшего процветания. Инфак мне нравится. У нас много праздников. День иностранных языков, отдельно день немецкого языка, отдельно день китайского языка. Нравится тут учиться. 3 декабря в День юриста старт возьмет ежегодная неделя юридической науки. Сирена Иванова, Айдар Нурмиев, пресс-служба Елабужского института КФУ.